И погулять, и отдохнуть. В Ханты-Мансийске открылись детские площадки, а в общественных местах вновь появились лавочки. Напомню, скамейки исчезли с городских улиц в начале июля. Такое решение приняла администрация муниципалитета в связи с эпидобстановкой. Все детские и спортивные площадки закрыли для посещения, чтобы не допустить распространения коронавируса. Как нам пояснили в Роспотребнадзоре, Ханты-Мансийск стал единственным городом в Югре, в котором приняли такие необычные меры по борьбе с COVID-19. С началом второго этапа снятия ограничений в город вернули скамейки, а с детских площадок убрали ограждения.